Забираем Кокуна Теодора Прохибана. Сегодня 29 апреля. А спаривание было 30 декабря. Кокон заметили 26 марта. И вот сегодня будем забирать. Пришло время. Удивительно, сделали такое убежище классное, большое. Ну вот уже во вторую стадию перешли. У Сеодора Прохибана наша большая часть. Сегодня у нас 7 мая. И так это все выглядит. Какие-то умирают. Какие-то переходят благополучно. 9 июня. Малыши скопились в одну кучу, потемнели и покрыли паутиной всю сетку. Здесь этого не видно. Но поверьте мне на слово. Вот видно, вот разрыв паутины вот в этом месте. Вот она. Вся сетка покрыта паутиной. Июня сегодня. И вот мы видим, как потемнели брюшки, появились черные пятна на брюшках у нимф. И это говорит о том, что скоро мы ждем вылупление на L1. Эти черные пятна не что иное, как просвечивающиеся уже волоски. Ждем. Сегодня 1 июля. И вот мы видим, что некоторые уже стали выходить в L1. Ноги-то подросли. Но еще много тех, которые готовятся только к этому процессу. Начнем рассаживать.